будет старт. From here we start. Катерина стоит здесь, делает вдох. Catherine is standing here and she makes the first breath. Производит толчок от этих досок. And she pushes away from this point. Сюда мы привязываем рулетку. Here we put the measurement equipment. Я нервничала, конечно, очень-очень переживала. Адреналин, вот это волнение. А когда в воду вошла, полегче стало. То есть я вошла в рабочий режим, то есть собралась, сделала побольше вдох. Скорость, не знаю почему, но почему-то была ниже. Обычно я должна за 2.03, на всех тренировках я так и плыву. А почему я в этот раз плыла медленнее, для меня загадка. О чем я думала, когда плыла подо льдом? Ну, вообще я старалась ни о чем не думать, больше расслабиться. Просто получала удовольствие от процесса. Я думала о том, что мне обязательно нужно доплыть до отметки 100 метров. Старалась контролировать свое состояние и просто шла к своей цели. Я, честно говоря, я ждала, когда будет у меня разметка. Красные вот эти флаги, которые там висят у меня на веревке. То есть я думаю, сейчас я доплыву до первого. И доплыла до первого, и думаю, ну сейчас еще через 6 метров будет второй. И я уже до второго. Ну а там уже, по-моему, даже я увидела эту 100 метров. Держись, держись, деточка. Дыши, дыши. Да. Дыши, 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 хорошо. Все хорошо, дыши, дыши. Дыши. Все хорошо. Ура!